Вот она, черепащая бухта Можжевелева роща, которые многие годы мы уже находим место для отдыха, наслаждения и молитвы. Слава тебе, Господь, замечательную красоту твоего творения, созданное для детей твоих. Вот такие здесь крутые и небезопасные поворотики, на которых нужно быть очень внимательными и осторожными, потому что машины приезжают очень близко из-за узкой дороги и иногда на больших скоростях.